Ежегодно в преддверии 9 мая школьные пионерские организации Сарова принимают в свои ряды новых участников. Открыл череду торжественных митингов по приему в пионеры 15-й лицей. Красные галстуки на шею здесь повязали 9 ребят. Стать пионером – это для меня большая честь. Ну и так я хочу стать пионером, чтобы приносить людям добро, потом помогать старшему поколению, участвовать в различных благотворительных акциях и быть примером для своих товарищей. Я поступила в пионерскую организацию «The Grace», потому что для меня это, во-первых, огромная честь понимать то, что я часть такой сплоченной команды. А также хотелось творить добро для других людей, как старшего поколения, да и людей, которые не намного старше. Хотелось принимать участие в каких-то акциях, чтобы помогать другим. Пионерскую организацию «Эдельвейс» в лицее 15 основали в 2003 году. Сегодня в нее входит более 160 ребят. Ее главная задача – патриотическое воспитание детей. Члены «Эдельвейс» участвуют в различных конкурсах и акциях. Собирают консервные банки для окопных свеч, корма для животных, помогают ветеранам. По понедельникам во время торжественной линейки перед началом уроков пионеры выносят знамя. Мы совмещаем наши занятия с учебой. Каждый четверг мы собираемся на заседания пионерские. Там обсуждаем, что будем делать, в каких конкурсах участвовать. Сейчас пионеры «Эдельвейса» и опытные, те, кто только принес торжественные обещания, будут принимать участие в акции «Георгиевская ленточка», а на День Победы вынесут знамя. После празднования 9 мая ребята-новички будут готовиться к вступлению в союз детских организаций «Сияющие звезды». Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.